С 1 по 31 октября 2020 года по всей стране пройдет всероссийская перепись населения. Подготовка к этому масштабному мероприятию уже началась. И вот что рассказали журналистам на брифинге руководители Росстата по Чувашии. В этом году формируют перечень объектов, которые необходимо будет посетить при переписи. Проверяют названия улиц, номера домов. Чувашстат планирует привлечь к этому масштабному мероприятию в республике около 3000 регистраторов, каждому из которых предстоит обойти примерно 600 домов. Новшество переписи 2020 – все данные будут фиксироваться на интернет-платформе. Регистраторы будут ходить по домам с планшетами и вносить данные сразу в электронный бланк. Для тех, кто не захочет пускать чужих людей, будут работать стационарные участки. Жители России смогут пройти перепись любым удобным для них способом, даже без участия регистратора. Это можно будет сделать, заполнив переписные листы онлайн на едином портале госуслуг. Возможно, все эти способы убедят как можно больше людей пройти перепись и дадут возможность Росстату получить объективные данные о численности жителей страны. Помимо количественного показателя, организаторов интересуют и социально-экономические характеристики. Национальность, родной язык, образование, самозанятость, место регистрации. Никаких документов предъявлять не придется. Все сведения вносятся со слов людей. Нигде ни один имеющийся на сегодня административный источник, который есть в нашей стране, ну и даже в мире, то есть он не дает того спектра информации, масштабного, такого полного, который мы получаем в ходе переписи. Та уникальная информация, которая будет собрана, она ляжет в основу межбюджетных отношений, формирования бюджетов, принятия грамотных управленческих решений при прогнозировании социально-экономического развития региона, анализа текущих и перспективных демографических отношений. И, конечно, это основа для механизм для принятия основных государственных программ в области миграционной политики, национальной, демографической, образовательной, семейной, молодежной. До этого всероссийская перепись населения проводилась в 2010 году. Тогда в стране насчитали более 142 миллионов человек. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика.